Здравствуйте, друзья! Понедельник. Из Кремниевой долины к вам с приветом. Михаил Портнов. Показываю дорогу. Мне часто зрители говорят: покажите дорогу. Это если я на себя камеру направлю. А если я направлю камеру на дорогу, они говорят: а что же вас не видно? Даже я не знаю, может быть, какую-то надо камеру, или может быть две, потом, знаете, так монтировать, чтобы так в одном уголку там блогер, а в другом, допустим, вот на экране дорога. Дорога, ну вы видите, она достаточно свободная. Сейчас 3 часа 17 минут пополудни. Так, ну в общем, какое-то есть движение, да. Еду я в офис захватить, что-то там должно было в почте прийти. Мне написали сегодня в скайпе там пару человек, говорят, там, посмотрите. Дело в том, что когда вам отсылают грин-карту, про номера соцстрахования я этого не скажу, не слышал. А вот про грин-карту у них есть номер, по которому можно отслеживать движение этой грин-карты. И вот мне вот написали, говорит, Михаил, говорит, вам вчера должны были доставить. Ну как, интересно. И я таки действительно подобрал. Я вчера подобрал 7 грин-карт, 3 на одну семью и 4 на другую. Вот. А кроме грин-карт и номеров соцстрахования еще присылают конверты для обратной пересылки. Вот. Поэтому я там тоже их иногда надеюсь найти. Тут я заметил, что ящик там офисный наш как-то пустеет. То есть мало присылают. И тут до меня дошло почему. Потому что самолеты не летают. Стало меньше народу пересекать границу. То есть я даже думаю, не то, что меньше, а вообще они перестали ее пересекать. Из тех, кто грин-карт лотерею выигрывает. Такое у меня ощущение, я не знаю. Но в частности, потому что самолеты не летают. Я думаю, что если бы самолет был, то они бы спокойно сели и полетели. Но надо, чтобы еще был самолет. И вот номера соцстрахования давно не приходили, потому что они обычно появляются через 2 недели после въезда человека в страну. Вот он где-то пересек границу, бах, через 2 недели у меня в ящике его номера соцстрахования. Ну, если он дал наш адрес, конечно, не автомат. Но поскольку рейсы прекратились уже даже, я не знаю, сколько тут, почти месяц, считай, да, как рейсов нет. В общем, вот они и перестали приходить. Грин-карты приходят обычно недель через 4-6, месяц-полтора. Ну, бывает и там и 7 тоже. Но в основном 4-6 недель. Скорее 6, чем 4. Поэтому вот иногда продолжают, значит, поступать. Вот я сказал, в субботу я ездил, в субботу доставляют почту. В субботней доставке было 7 грин-карт. И человек говорит, что вот сегодня спрашивают, а пришли или нет там кто-то. Я думаю, надо, значит, еще какие-то есть в пути. Но, в общем-то, я думаю, еще, может быть, недельку. И перестанут уже и грин-карты приходить. Я не знаю, если только какие-то рейсы не возникнут. Я иногда вижу, знаете, такую, не то что переписку, но поскольку у нас много зрителей, и зрители отслеживают разные источники. Вот кто-то на днях давал ссылку о том, что какие-то рейсы есть из, не знаю, там из Москвы там или откуда они летят. Но, в общем, есть какие-то места, где можно посмотреть, какие есть рейсы. И вот там, правда, в другом контексте было, что вот какой-то там есть вдруг неожиданный рейс. И вот как бы потом не сказали, что мы вам визу не будем продлевать, потому что вот был рейс, а вы не улетели. Там вот как-то он в этом плане беспокоился. Но, во всяком случае, если не начнут какие-то рейсы двигаться, то, в общем-то, вот такой интересный процесс. Так что я, можно сказать, добираю остатки, хотя, надо сказать, что у меня довольно, ну, немного, но есть. Есть несколько семей, не востребовавших свои грин-карты. Вот. И есть там сколько-то номеров соцстрахования. Эти меньше востребуют. То есть люди часто приезжают и прямо на месте потом заказывают и получают сразу на новый адрес. Дублированные. То есть получается, что у меня есть и у них свои есть, и они их так никогда и не забирают. Я их периодически там, ну, пару лет полежат, я их там как-то разрезаю ножницами и выкидываю. Да. Так вот. Грин-карты обычно забирают.
Ну, тоже не всегда. Не могу сказать, что 100%. Бывают люди так как-то в США въехали, потом тут же выехали, грин-карты пришли, а они вот как бы решили потом в США не возвращаться. Например, так. Я не знаю. Или, может быть, они их перезаказывают на другой адрес. Не могу сказать. В общем, бывает, что такой как бы сухой остаток остается. Лучше бы, конечно, золотыми монетами, но... или даже серебряными. Но поскольку такого нет, значит нет. Что еще сказать? Понедельник. Сегодня у меня было два запроса на референсы. То есть два человека нашли работу. Ну, один, правда, у меня из Флориды. Он пару лет назад закончил. И он просто работу меняет. То есть как бы это не первый. Вот. А второй случай, в смысле, второй человек из новеньких, там, из свеженьких. То есть какой-то такой процесс идет. Безусловно, сейчас какое-то замедление такое присутствует. Но нету обвала. То есть нет такого, что, скажем, какие-то массовые увольнения пошли. Но немножко так замедление чувствуется такое. Хотя на самом деле сейчас и людей, которые ищут работу, тоже меньше. Я сейчас объясню, каких меньше. То есть, если у человека работы нет, и, ну, допустим, он курсы закончил там какие-то, хочет вот, там, работу первую, он пойдет ее искать. Наверное. Но если человек, например, с опытом, и он думает, менять работу, не менять работу, то, в общем-то, может быть, правильно было бы и воздержаться. Да? То есть, если сокращение какое-то, конечно, ты идешь искать другую работу. Но если сокращения нет, то, может быть, и не рыпаться пока. Знаешь, так, пока есть работа и есть такое время, можно сказать, смутное, непонятное. Вот. Может быть, пересидеть там несколько месяцев, посмотреть, как дальше пойдет. Знаете, как бывает. Обычно, когда вот такие времена смутные, люди, работающие, норовят ценить тот факт, что работа есть, и не суетиться. Так что я думаю, что вот за счет этого сейчас меньше соискателей на рынке. Во всяком случае, в IT, в тестировании, там, вот в нашем, так сказать, в нашей сфере внимания. Да. Но приятно то, что есть какая-то движуха. Я сегодня разговаривал с девочкой Машей. Маша живет во Флориде. И у нас на канале она когда-то была. Она работала в банке вместе с блогером Натальей Фальконе. Они когда-то вместе работали. Вот через Наташу она, Маша, узнала, что есть наша школа. И, в общем, вот так как-то так получилось. Она такой же серьезный тестер, там автоматизацию делает, все дела. Работала в банке во Флориде. И в банке их, сейчас я объясню, есть такое слово furlough. Это не уволить, не сократить, а это как бы отложить. Да? То есть отложить — это значит, что как бы мы тебя не увольняем, но ты пока на работу не ходи. Пожалуйста, ты можешь искать работу, ты можешь там все что угодно делать, увольняться, но мы тебя не увольняли. Мы просто вот говорим, ну вот пока, вот там посиди дома, там, как позовем, мы тебя позовем. Ну, если придется позвать, мы позовем, а если нет, то уже как-то нет, уже... Ну, в общем, такое подвешенное такое состояние. И вот как бы мы с ней как раз поболтали. Я пошел, показал ей, что делается в Дайсе, да, это веб-сайт, где работу ищут. Мы посмотрели, что там творится в том месте, где она живет, какая конкуренция, там что чего. Так вот мы мило поболтали. Но она, как девушка решительная, она сказала, ну, я не буду ждать, пока меня обратно позовут, я пойду искать работу. Вот, ну, хорошо. Когда опыт есть, еще особенно, когда автоматизацию делаешь, то, в общем-то, никакие там рецессии тебе не страшны. То есть серьезным таким, как сказать, аргументом в пользу того, что ты в безопасности, является то, что ты умеешь делать более-менее сложные вещи. Чем сложнее то, что ты умеешь делать, тем меньше у тебя конкурентов. И, конечно, если, например, нехорошая такая рецессия, бывают такие гнусненькие, вот,
Ну, плохо то, что, допустим, ты получишь меньше денег, но ты не останешься без работы. Самое сложное, когда рецессия, это вот люди, у которых нету, ну, скажем так, пару лет опыта нету, вот это самый такой ударный отряд. Ударный в том смысле, что по ним самый и удар. Так что, с одной стороны, их могут скорее уволить, чем других, более опытных. Но тут зависит. Это нет такой прямой корреляции, потому что иногда говорят, ну, нужно сократить там 10%, 20%, начинают смотреть, кого сократить. А другой процесс – это когда закрывается проект. И когда закрывается целый проект, то уже кто там не был, в какой-то крутой не был, а проект закрыт. Вот. Бывает, что есть вакансия внутри компании на другом проекте, а бывает, что нет, а бывает, что человек и сам не хочет. И это по-всякому. Вот, поэтому это такая вот группа, на которую приходится удар, во-первых, при увольнении, во-вторых, это группа, которой сложнее искать работу потом, потому что за те деньги, что получал раньше человек с маленьким опытом, можно нанять человека с более существенным опытом. Когда, ну, это когда плохая рецессия такая, знаете, серьезная, тяжелая, когда много народу без работы. Вот мы такую переживали в 2001-2002 году, когда вот интернет-бум обвалился. Вот один раз за 30 лет я такое видел. Вот такого плана рецессию здесь. Вот. А так что, друзья, самое время входить в профессию, в новую, если вы хотите менять профессию, то самое время это делать на выходе из рецессии. Вот, допустим, есть рецессия, и новичкам места нету. Ну и ради бога, значит, вы можете пока готовиться. Ну, если вы решили стать, скажем, айтишником, например, да, вы пока там не спеша берете курсы там по, не знаю, там, по программированию, по там администрированию, по бог знает, все, что вам интересно. И все, что пригодится для будущей профессии, которую вы выбрали, спокойненько берете курсы. Время идет. Это за 3 месяца вы этого не сделаете, что надо. Вот. И когда так потихонечку уже начнет выходить из этого всего, вот, а тут и вы. А тут и спрос подошел. Как бы очень хорошо быть в начале процесса, потому что к следующей рецессии, к следующей, вы уже будете крутым, матерым, таким супер-дюпер, там все дела. Вам уже никакая рецессия дальше не страшна. Так можно сформулировать. Ну что, друзья, вот и наш офис. Надо сказать, что быстрее получается, когда трафика нет. Вот было 17 минут, а сейчас 29. То есть мы доехали за 12, ну там из дома добавить минутку, 13. За 13 минут. Так обычно у меня уходит 18-20. То есть там немножко мы сэкономили. Все, сейчас вы будете свидетелями открывания почтового ящика. Так, ну и, естественно, друзья, под конец нашего маршрута, я не знаю, что у нас там дальше впереди по времени, посмотрим, как пойдет, но, во всяком случае, я не могу вас не поприветствовать лично. Вот, хочу засвидетельствовать почтение. Значит, смотрите, что я сейчас буду делать. У меня есть масочка вот такая легенькая, я... Тяжело дышать, когда вот N95, очень тяжело в них дышать. А, не той стороной, сори. Тут есть металлический проводочек такой. Вот, он сверху. Я не знаю, по идее, можно было бы ужать. Да, ну как-то так, на практике не очень. Я даже не буду брать перчатки, потому что я там руками вообще ничего не трогаю. Но я возьму с собой салфеточку. Возьму с собой салфеточку, и этой салфеточкой буду трогать то, к чему надо будет притронуться. А так могу вот, например, взять там ручку, пока протру. Я камеру возьму без ручки, так. На всякий случай, пусть будет чистенько. Все, друзья, сейчас выкручиваем камеру. Она-то у меня на ножке такой стоит. Мы ее выкручиваем, вот видите. Смотрите, чтобы у вас голова не закружилась. Так, и пошли наружу. Ай-яй-яй-яй. Так. Пошли наружу. Вот, пожалуйста. Закрыли автомобиль. Так, возьмем ключ, у меня в кармане есть. Да. Вот. Вот это от офиса. Вот он.
То есть я даже руками ничего не трогаю. Вот я его так раз поворачиваю, вот. И открыл. Но вы знаете, как человек интеллигентный, я вот так протру. Думаю, пусть будет. Мало ли чего. Здесь, конечно, никто не ходит. Может быть, там 3 человека в день, но все равно. Так, проходим. Салфеточкой включаем свет. Так, протрем чуть-чуть. Тут у меня есть ключ от почты. От почты. Маленький такой. Так. В туалете там воду спускают. Смотри-ка, наверное, кто-то выйдет сейчас. Так. О! Ну, смотрите, друзья. Тут много всякой фигни. Привет. О, привет. Вот педагог Оля, помаши ручкой. Махаю. Так ты что, урок из офиса вела? Да, я же на Путьмунд ездила с мамой, потом сюда сразу. А, ну хорошо, хорошо. Да, там пришло что-то с Фидексом под дверью было, там в офисе. Понял, спасибо. Да, сейчас прибегу, потому что сейчас... Это дверь открыта, нет? Да-да-да. А, все, друзья, я забираю почту. Видите, как педагоги шастают, да, прямо шастают. Так, закрываем. Кладем ключи в карман. Фидекс, отлично. То есть они что-то взяли или, может быть, вот так ручку, видите, ручку? Да, я протру ручку, так, чтобы она чистенькая была. Опа! Эх. Так, тут у нас никого, да? Никого, а тут? Тут никого. Откуда же на урок-то его? Вот, друзья, фидексы. Так. Может, фидекс протереть как-то даже, не знаю. Давайте я их как протер. И второй фидекс протрем. Что там в этих фидексах, я не знаю. Протираем, протираем, протираем. Ну, хорошо. Значит так. Давайте теперь, друзья, глянем, чего там внутри. Но у меня нет подставочки для камеры, я не знаю. Так, мне хочется, чтобы вы видели. Так, вот у нас... Ага, для этих у меня грин-карты есть. Для этих у меня тоже грин-карты. Вот то, что я получил на днях. 3-4 грин-карты. Эти вот тут у меня. Но, друзья, вот здесь есть еще ребята. И тут есть номера соцстрахования. Так, это какой-то мусор. Вот. Товарищ Петров. Знаете, что бывает? Вот бывает вот такой же. Оказывается, не номером соцстрахования, а оказывается письмом. Вот, похоже, это такое письмо, в котором пишут, что не можем вам прислать, потому что что-то не в порядке с вашими документами. Ну, давайте сейчас посмотрим. Давайте посмотрим. Я должен открыть, иначе я не смогу человеку сказать, что у него проблема. Да, это, как вы видите, здесь нет никакого номера, это письмо. И нам говорят, что... Final request for payment. Говорят, денег не заплатил. $220. Final – это плохо. Это говорят так. Мы тебе больше напоминать не будем. Фактически так. Вот фамилия человека Петров. Товарищ Петров, пожалуйста, имейте в виду. Ну, я не знаю, я его с собой заберу. И если он захочет, то есть как бы оно у меня всегда есть, я обычно в такой ситуации я его могу, например, сосканировать и отправить там по e-mail, если человек не знает, почему с ним такое произошло. Ну что, друзья, я считаю наш поход успешным. Я даже могу, знаете, что сделать? Я могу вот эти конверты, чтобы их с собой не таскать, я могу его открыть, вытащить из него тот конверт, который человек прислал. Только надо посмотреть, чтобы там пусто было. Иногда записки вкладывают. Так, значит... Вот нам конверт прислали такой коричневый, к нему письмецо. И говорят, вот нам на таких-то, таких-то граждан давайте ваши, что там прислать. Значит, ну, молодцом. Видите? Аккуратные люди, правильные. Они все так хорошо делают. Так, теперь здесь тоже берем... как его оторвать-то, мама родная. Вот, друзья, берем ножнички. И так вот, ножничками, главное... лишнего не отрезать. В нашем деле это было бы обидно. Их. Так. Да.
Да, вот, пожалуйста, вытаскиваем. Так, смотрим, нет ли внутри какой-нибудь записки. Записки нет. Так, а что есть? А нет, записка есть, но там дальше. Тут написано Яна, Алексей, Ярослав, грин-карты и номера соцстрахования. Значит, что интересно, друзья, что грин-карты 3 есть, а номеров соцстрахования только 2. Они еще телефон свой написали. Вот это, я понимаю, молодцы. Вот. А там, где первый конверт, там у них 4 грин-карты есть, а номеров соцстрахования нет ни одного. То есть, я думаю, что они должны пойти перезаказать, потому что, ну, уже шансов нет, что придет номер соцстрахования так поздно. Тут то, что на кампусе раньше происходило, сейчас происходит в онлайне. И галочка. Вот вы видите, они там собрались. Отлично все дала. Все отлично дала. Вот Миша с камерой ходит. Да, вот Миша показывает, что школа работает, друзья. Да. Я уверена на 100%. Вот, значит, они там митингуют. Я иногда присутствую из домашнего офиса. А теперь мы с вами, друзья, покидаем это место замечательное. Движемся к автомобилю. Вы видите, я практически ничего руками не трогал. Как хорошо на улице, вы не представляете. Даже в маске такой легкой и так далее. Очень хорошо чувствуешь себя именно, друзья, на улице. Так, открываем автомобильчик и отправляемся в освоясь. Вот вы видите у меня под мышкой все конверты. А вот и я сам. Засим пока.